Резко просто вот за одну секунду сбросил цветы. Биглип. Манхэттен только-только вот его показывала. Ему еще цвести и цвести. Вот, просто все, говорю, цветочки. Поронял. Красавчик мой. А я смотрю, думаю, что ж такое? С чем это может быть связано, девчат? И тут замечаю, он почку пробудил. Хм, не знаю. Может, решил что-то новое тут выдать. Пойдем. А возможно, сыграла роль, что я их тут намывала. Подоконничек. Они, видите, не в пыли, ни в чем. Я их носила под кран. Мыла листики подушеком. Как раз поила водичкой немножко за горшочки. И добавляла маспилан. Ну, то, что маспилан, это явно не эта причина. А вот именно то, что вот горячий душ, вот, возможно, как-то сыграло. Ну, вот котик тоже, потому что смотрю с этого же подоконника. Два цветочка-то тут, видите, сбрасывает резко. Ну, он продлевать собирается. Красивый биглип. Ну, этот вот, кстати, держит цветочки. А этот что-то резко мне взял их и сбросил. Ну, в общем, если смотреть на котика, возможно, это все-таки повлиял вот такой полив по листьям и в грунт. Хочу показать красоточку, которая у меня сейчас распустилась. Красоточка, конечно, не это. Но это Хатаюки, который тоже меня взял и сбросил цветочки. Я готовила видео о распуске своих беленьких орхидеечек и ждала как раз распуска. Сейчас покажу, какого. И думала их вместе все снять. Он тоже беленький, и губка у него ж неоновая такая с оранжевым. Не получилось. Ну и вместе с ними, с беленькими. Почему-то мне казалось, что я жду распуска почти белой бабочки, мелкокалиберной, вот такой вот. Она все-таки больше розовая. Но опять это не то, что я хочу вам показать. Вот, ну, в общем, не получилось у меня это видео. Все пошло не по плану. Не знаю, что за сорт. Миленькая бабочка, симпатичная. Сейчас мы ее вынесем на свет. Посмотрим со светом. И вдобавок ко всему хотела показать тоже такого кристального, как и Хатаюки, Льюиса. Нежные-нежные у него лепесточечки. Вот такой вот малышочек, цветочек. Миленький-миленький. И тоже что-то закапризничал, видите. Те, что распустил ранее, начинают сушить. Не знаю, что ему надо. Так, пойдемте попробуем снять на улице красоту. Ага, уже и подняла водичку. Ну что ж, друзья, вот хочу показать вот такой сорт. Листики. Ой, извиняюсь, дернула вас. Листики идут варигатные. Вот такие красивые. Сейчас водичку дадим. Они еще лучше станут, подымутся. Тургор улучшится. Ну и хочу же показать, кто это. Это Микки Смайл. Вариегата. Вот такой вот белый с нежно-розовой серединкой и нежной, нежной губой. Ой, какой он симпатичный. Вот такой вот каскадик. Представляете, если вот на два цветоноса. Или еще попышнее цветение. Это что-то. Вот его и хотела сегодня вам показать, друзья. Один засушила. Бутончик.
Листочки и правда красивые. Это вторая покупка этого сорта. Одну вы видели на канале получения с распаковкой. Там не все было хорошо. Листики пришли мокнущие в тех местах, где было вот желтый. Сейчас я его принесу. Где желтого пигмента очень много было, вот они пришли мокнущие. Ну и само растение, ну, не самое лучшее. Я заказала второй экземпляр. И этот второй экземпляр у меня, видите, расцвел. Принесла вам показать как раз первое растение, которое получила. Вот оно. Вот он, этот экземпляр. И вот листик здесь вот был мокнущий. Я найду название видео с получением, ставлю вам скрин с названием, если хотите пройти посмотреть, а также в каком состоянии были растюшки. Я заказывала там два растения. Ну, что сказать, сейчас, конечно, уже выглядят они гораздо лучше. Уже есть растущие корешочки, листочки, но не самого хорошего качества, к сожалению, растения были. Это посылка. Видите, он схлопнутые корни из Крыма. Не помню, правда, город Севастополь или Симферополь. Джевел Орфиц или что-то так. Ну, не суть. Ну, в общем, этот с мокнущими я испугалась. Поэтому заказала, друзья, еще один, который менее, видите, по варигатности. Листочки, ну, тоже очень красивые. Даже, ну, вообще-то, это даже, наверное, интересней, что полоса идет по всему листочку, нежели, допустим, вот почти целый листок одного цвета. А тут либо кончик, либо что тут с варигатностью. Ну, вот молодые листики растут, видите? Что-то пока без полосочек и пятнышек. Заодно протру водой с лимончиком. Уже принесла коль его. Ну, уже жить он будет. Это уже точно. Отца говорю, как пришел, были какие-то моменты сомнения. То, что корни начали сдуваться, и листики мокнущие пятна шли. В общем, вот как-то так. Это тот же самый сорт. Он где-то тут. А, ну, нету подписи. Ну, тот же. Я так поняла, что он бывает и без варигатности, и с варигатностью. Этот был с варигатностью. Посмотрим, как будут развиваться следующие листы. Видите, пока нет ничего тут. Просто зеленые. А так корешочки пошли вон. Видите, с пазух. Тут будет нормально все. И с ним же, с вот этой вот штучкой получила еще один сплэш. Тоже вот этот лист, с которым он пришел, он очень какой-то страшный. Как будто то болячка, то ли его кто жрет. В общем, обрабатывала я его несколько раз. И от вредителей, и от болезней. Видно, что цвет листа. Это вот такой вот и был. Вот листики. Ну, вот как-то вот остоило, как крыло самолета. Конечно, это первые заказы. Беру другой спонжик. Первые заказы этого сезона, этого года были. И мне понравился именно смайл. Ну и вдогонку я взяла вот этого. Ну, потом они появились и у других продавцов, и по другой, более демократичной цене. И ну, тут даже не в цене дело, как бы ты по цену сам делаешь выбор. Тут именно, что качество растений, ну, такое себе. Ну, тоже пошел у меня. Кстати, очень долго не давал лист. Уже столько времени прошло, и вот только-только, видите, чистенькие уже. Все, слава богу. Вот название. Ну, зато живые. И, надеюсь, здоровью уже все у нас будет хорошо. Ну, все, мы его заодно с вами и протерли. Вот. А так вот у меня два варигатика. Ну, прямо интересно, кто же такие. Розеточка миленькая, как и сама бабочка. Поэтому посажена у меня
маленький стаканчик. Ну, я думаю, это что-то из разряда миди. Сейчас мы тоже и протрем крылышки. Вот такая посадка. Стаканчик. И стаканчик. Стаканчики. Не знаю название. Друзья. Ну и малец маленький Льюис. А-ля мини-Дарвин. Жалко, конечно, что тут он засушил цветулечки. Ну, что-то его куда-то изгибает. Сам изгибает цветоносик. На солнышке уверена, что будет искриться, как искрился бы и Хатаюки. Ну и вот мы на солнышке. Хочу показать, как он блестит. Он весь переливается. Весь искрится. Как будто сахарная вата. Вот такая красота. И маленький. Тоже маленькая звезда. Такой маленький, красивенький малышочек. На солнышке они вообще прекрасны. Все. Вот вышла на веранду, здесь вот нашла закуточек, спрятала телефон за шторой, потому что светит, ничего не видно иначе. Ну, вроде тут получается передать красоту. Должен быть еще стоять Хатаюки, но чего-то он меня подвел. Вот так вот прикликается белый-розовый, Хатаюки. Белый, он тоже с неоновой оранжевой серединкой. И тут такой вот маленький а-ля Дарвин, которого сейчас везде-везде тоже начали продавать. Ну, взялась я тоже его в оценке. Что там распустится, не знаю. Вот такой маленький обзорчик на моего нового. Совсем прям нового, но уже адаптировано, но с первым домашним цветением красавчиком. Друзья, буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал Дзен, там видео выходит раньше, и тут вообще неизвестно, что с Ютубом будет, поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь. Ссылка в описании под каждым видео. Ну и также, как всегда, приглашаю в нашу группу WhatsApp, где мы можем с вами пообщаться на любые темы.